Всем доброе утро, дорогие подписчики. Удачно дымим сейчас. Сегодня же понедельник, не забывайте наработать. Мне домой сейчас. Смена закончилась. Вообще, попру домой, по магазинам пройдусь. Хвостик попал, блин. Сейчас будем пробовать, что я вырастил. Ну так, средняя, не сладкая, такая средняя. А больше бывает как мед это. Супер арбуз. Переспелый. Желтенький. Ух, а сок как тикает с него. Арбуз сладкий. Сочный какой. Малс переспел. А дынька, подынька, дынька моя. Только абрикосовая с начинкой. С абрикосовой начинкой. Запах такой необычный. Абрикос. Не буду больше дым сажать, не очень получается. Раз сажал не очень сладкий, сейчас опять. Вроде сочно все, а сладости такой нет. Может, много поливал. В степях-то их не поливают. Дождика ждут. Всем доброго. Хорошего дня. Рабочего понедельника. Чтобы он легко прошел, без всяких происшествий. Всем здоровья, счастья, любви и мира на добычу.